Доброе утро! Снова с вами программа СМАК. Сегодня я с трепетом и восхищением представляю вам своего старшего товарища, патриарха русского рока Александра Градского. Здравствуй, Саша. Здорово. Ты, насколько я знаю, уже видел несколько наших программ. Конечно. Я тебя позвал не просто так. Я помню одно блюдо, которое мы неоднократно употребляли по назначению, находясь в твоем доме. Да, довольно-таки давно, кстати. Довольно-таки давно, но вот то, что оно запомнилось, говорит о том, что блюдо достойное. Я скажу честно, мы им закусывали. И это было незабываемо. И я очень хотел бы, чтобы сегодня ты поделился секретом приготовления с нашими зрителями. Хорошо. Так, Саша, как положено, перед началом я тебе сейчас дам наш фартук. Нет, этот фартучек мне не годится. Фартучек красивый, но я свой принес. Вот такой вот. Это лихо. Да. Впервые ко мне приходит человек со своим фартуком. Ну тогда так. Ага, понял. Так, так. Ну давай. Класс. Совсем другое дело. Мне нравится. Так. Рассказывай. Это будут соленья. Угу. Соленья. Значит, вот у нас имеется морковь, имеется перец, чеснок, красный лук. Я готов помогать. Да, хорошо. Значит, говори, что делать. Я тебе могу дать вот такое замечательное... очень нелюбимое мною дело, как вот лук почистить. Знаешь, ты не поверишь. Значит, мне постоянно в моей передаче приходится чистить лук. Сделай, вот ты аж помнишь, ты дома так вот делал иногда. Поехали, дай-ка мне ножичек. Да, но теперь, Андрюша, чистить нужно обязательно лук вот таким образом, смотри. Вот делать так. Вот это, вот вырезать сверху, так. Верхнюю часть и нижнюю, и очистить его. Резать есть, его не надо. Не скоблить ножом. Просто снять, просто снять вот эту кожуру. Все понял. Все, держи. Ясно. А я пошел по морковке. Задание ясно. Интересно, когда под водой плаваешь, стекло маски не запотевает. Так чайник же кипит. Ну вот с морковью как бы покончено. Ну и сюда, значит, сложим. Теперь чеснок. И вот так просто руками его разобрать. Да, ну вот приблизительно вот я так показываю, вот, во что должен превратиться чеснок. Вот, может быть, потом чуть-чуть тебе вот этот кончик там как бы... Ну, чистые зубчики, в общем. Да, вот такие вот, вот. Ну вот, я закончил. Да, вот у меня тоже последний. Ой. Значит, жив? Ну да, как после погружения. А у меня же очки, поэтому... Да, тебе проще. Главная проблема – это нарезать их правильно. Значит, нарезать их правильно... Нужно таким образом, чтобы они были желательно продолговатые. То есть об чесноке речи нет, он кладется просто вот так вот целиком с головкой. Лук. Лук вообще, как ты помнишь, основной продукт. Значит, еще раз повторяю, он не очень большая, поэтому, значит, очевидно, надо... Пополам. Нет, вот так вот. На три части будем ее резать. Такую можно пополам. Такую тоже можно пополам. И такую можно пополам. В общем, а это вот на три части. Раз, вот так вот. В принципе, вот идеальный момент. Вот так, угу. Вот идеальный. То есть на один хороший укус? На полтора укуса как бы. Чтобы вот первый был как бы со смаком. То таким. Есть вот выпил, закусил, и еще а осталось, чуть-чуть осталось, да? И тогда доел. И доел. Понимаю. Еще. Я порезал на три. Так, ну все. Хорошо, лук готов. Готов. Теперь, значит, проблема с морковью возникает. Так. Морковь должна резаться только вдоль. Вот так. Обязательно нужно соблюсти ее худобу. Как ты сейчас высокохудожественно сказал. Да так я ж предвкушаю уже, как бы. Вот, потому что чесночок у нас, как бы, видишь, в естественном виде, лук, он как бы кругло выглядит, да? Так. А морковь вот желательно, чтобы была такими вот продолговатая, да. Соблюдая пропорцию на полтора укуса где-то. Андрюш доделает морковку, а я пока объяснюсь вот с, да, с перцем. Перец режется тоже продолговато, вот таким образом. Вот. Мне уже задавали вопросы. Получается продукт настоящий или это такая исходящая? Ну, пускай на нас внимательно посмотрят и поймут, так что, вот, что товарищи, продукт настоящий. Готовим мы в полном объеме. Вот. Потом, как правило, это жадно поедается съемочной группой. Ну, такой вообще художественный вид уже. Красиво. Как нет, бы это вообще оранжевый, да? Зеленым, с фиолетовым, гамма очень хорошая. Ну, теперь мы берем воду холодную, мгновенно из-под крана. Так. Берем уксус.
полтора литра воды. Пол-литра уксуса. Пол-литра уксуса. Мы делаем слабый такой раствор. Ну вот на такое количество жидкости нужно положить лаврового листа. Желательно побольше. Здесь у нас его немножко мало. Так. Гвоздички. Это перец горошек. А, это перец. То тогда, значит, нужно приблизительно вот столько. Ну, здесь штук 20-25. И штук 6-7 гвоздик. Соль и сахар. Соль и сахар, да. Ложка в данном случае вот эта вот соль. Раз. Я думаю, два. Да. Чем меньше, уксуса, тем больше надо класть соли и сахар. Да, это сахар мы положим тоже ложки 2,5, как минимум. Я думаю, что можно даже побольше положить и сахара, побольше соли. Ну, когда будешь, будешь сам делать, тогда будешь класть больше. Ну, теперь надо довести теперь до кипения. Теперь надо довести до кипения. Поставить, значит, крышечкой на плиту. Накрой? Нет, не надо накрывать. Крышкой накроем, как только пузырьки начнут появляться. Понял. Накрывается. Я сейчас объясню, почему. Потому что, когда закрываешь крышкой маринад, закрываешь его крышкой, то он быстрее варится. Так. А это тебе что нежелательно, да. Он должен вариться медленнее. Саша хотел сказать, что специи, которые он положил в маринад, должны в достаточной степени распариться и развариться. Нужно именно использовать холодную воду, чтобы она нагрелась до кипения, чтобы было время для того, чтобы приобрел аромат наш маринад. Попробуйте Баунти. Баунти. Нежная и сочная мякоть кокоса и восхитительный молочный шоколад создают поистине неземной вкус. Попробуйте Баунти. Райское наслаждение. Сегодня у нас будет такое на ужин. Я им приготовлю индийское блюдо. Беру соус корма карри Uncle Ben's, режу мясо или куриное филе, добавляю соус и в духовку. Корма карри. Нежный, со сливками, со специями. Объедение. Теперь гарнир. Картофельное пюре Uncle Ben's или рис Uncle Ben's. И всего за пару минут готово изысканное блюдо. Uncle Ben's. Неизменно превосходный результат. Горячая или острая? Ты считаешь, что это слабый маринад? Попробуй. Конечно, слабый. Душистости все-таки маловато, я так посмотрел. Я бы шафран положил на твоем месте. Ну, достаточно вот этого. Все-таки шафран сладковатый. Да? Немножко. Зира, кориандр. Ну, перец не будем класть молотый, он так хуже все будет. Должны быть вот такие вот как бы травки, которые сохраняются, но не развариваются, но дают запах. После того, как 3 или 5 минут, может быть, даже проварилось, да его чуть-чуть так крышечкой прикрыть, вот так, чтобы он уже немножко в собственном пару как бы находился. Почему не до конца? А чтобы просто, ну, грубо говоря, крышка для уменьшения выхода пара. Так, маринад практически готов, как я понимаю. Практически нет. Ну, близко, близко, близко. Еще минуты две должен покипеть. После чего мы им заливаем? После чего мы ставим его и ждем, пока он остынет. Вот это принципиальное дело, потому что многие рекомендуют, и даже во многих книгах поваренных написано, что маринуемые овощи следует заливать горячим, почти кипящим маринадом. Ни за какие коврижки. Если вот сейчас горячим продуктом просто залить овощи, то они просто как бы и сварятся. Ну, что? Саша хотел сказать, что в холодном маринаде овощ сохранит свой первоначальный вкус, цвет, а также энергоемкость. И запах. Маринад, в принципе, готов. Теперь постоит. Часа два постоит, остынет. Остынет, да. А мы за это время займемся стерилизацией банки. У нас есть вот такая кастрюля и вот что-то вроде выпаривается. Так, наливаем. Наливаем чуток, да. И
Не думаю, что его надо много. Где-то вот так вот, треть. Ставим вот эту штучку сюда, давим ее. И поехали. Делаем максимальный огонь. При стерилизации банки поначалу появляются маленькие пузырьки, а потом они потихонечку исчезают. Вот в процессе исчезания пузырьков можно сделать вывод, что банка как бы простерилизована. Баночка поспела. Баночка поспела. Да. Ну, еще не совсем, но близко. Так. Позвольте мне ее снять. Да, наверное, надо снять. Но, правда, она это самая. Видишь, что там... Ничего, она уже прозрачная. Водичка. Ну, ладно. Снимаем банку. Снимаем банку. Стараясь не обжечься. Да, стерилизуем крышку. Крышку не нужно стерилизовать так, как банку, так тщательно. Ее достаточно вот так вот просто бросить туда, в кипяток, как вилочка ее потыркать чуть-чуть, и все. Папа, покажи какой-нибудь фокус. С удовольствием. Смотри, что сейчас произойдет с твоим Milky Way. Покрытый превосходным шоколадом, он сделан из такого нежного молочного суфле, что не тонет в молоке. Абракадабра, плыви! Оу. Тоже мне фокус. Milky Way. Молоко и нежность. Приготовлю сегодня на ужин что-нибудь необычное из китайской кухни. Беру кисло-сладкий соус Uncle Ben's, предварительно порезав, слегка поджариваю мясо или куриное филе, добавляю соус, побеги молодого бамбука, перец, сочные томаты и кусочки ананаса. Объедение. Последний штрих. Картофельное пюре Uncle Ben's или рис Uncle Ben's в качестве гарнира. И всего за пару минут готово вкуснейшее блюдо. Uncle Ben's. Неизменно превосходный результат. Мяч вроде бы вот-вот уже должен был оказаться в сетке. Какой дриблинг. Каждая игра отнимает у ему сил. Не мудрено, что потом так хочется есть. Я для себя эту проблему решил. Сникерс. Батончик из молочного шоколада. Жареный арахис и мягкая карамель. Сникерс – это лучший способ утолить голод. Ну вот, совсем другое дело. Ну и маринад туда застыл. Теперь будем закладывать потихонечку. Ну и закладывать надо по очереди. Может, помогает? В этом хаотичность быть некоторая соблюдена. Наоборот, я четко по системе работаю. Красненькая, зелененькая, желтенькая, желтенькая, беленькая. И богу красиво. Все. И заливаем маринад. Она еще постоит, так, просядет чуть-чуть. Может, даже так сверху, конечно, не рекомендуется так поминать. Берем крышечку. Кладем. Посмотрим, как у тебя эта штучка работает. Проверено. Нормально. И закатываем ее. Ну, где-то так последний страховочный оборот такой. Потом еще она снимается. Баночка переворачивается. И мы смотрим. Как нет будет. Ли пузырьков? Да нет, так вроде нормально. Нет, пузырьков нет. Вроде нормально. Ну, вот желательно, чтобы она вот так вот постояла какое-то время. Когда будем пробовать? А пробовать по-разному можно. От 3 недель до 3 месяцев. Вот. Желательно соблюсти понимание, что через 3 недели соленья будут одного вкуса, через 3 месяца другого, более крепкие, более острые, а через год-полтора, что тоже возможно, будут третьего вкуса, еще более крепкие. В предыдущем кадре Саша хотел сказать, что по истечении 3 месяцев овощи набирают необходимый вкус и аромат. А в этом кадре Андрей хотел сказать, что любой из вас может дома приготовить такие соленья. Вырубай камеру.